Астана примет чемпионат мира по казак-курисе. Соревнования пройдут 28 и 29 октября на Барыс-арене. Свое участие подтвердили спортсмены из 40 стран, в числе которых США, Китай, Австралия, Россия и другие. Среди участников – чемпионы мира и Европы по дзюдо, джиу-джитсу, греко-римской борьбе. В целом на ковры выйдут 167 спортсменов, а Казахстан представит 9 борцов. Они прошли хорошую подготовку и, как отметили федерации, готовы завоевать медали во всех весовых категориях. Добавлю, что Международная федерация казак-курисе начала свою работу в марте этого года. Чемпионат мира. Не обязательно мы в будущем там, в Казахстане его будем проводить. Мы сейчас его хотим ярко, на высоком уровне. Раз это впервые чемпионат мира нашей международной федерации проводится, которая в этом году организована, мы его на хорошем уровне хотим провести. Не в каком-то там спортивном зале, как бывало, а, наверное, в самом лучшем спортивном зале страны. Я думаю, преимущество чемпионата мира заключается в том, что если мы в формате Алимбараса даем шанс только борцам, которые являются супертяжеловесами, то здесь у нас 8 весовых категорий плюс абсолютка.